Незламні воїни, незламний народ. Максимум. Радіо незламних. Ну так, Путін сьогодні зібрав нараду в себе в Кремлі якраз через ситуацію довкола Кримського мосту. І, власне, вже під час цієї наради ми почули від нього чергову погрозу. Він пообіцяв якийсь там жорсткий удар у відповідь і, значить, доручив Міністерству оборони Росії підготувати відповідні пропозиції. А що там, так багато варіантів залишається, як відповісти? Нет, я не думаю. Я думаю, будут ракетные обстрелы опять. Они уже открыто говорят о том, что давайте все-таки ударим по Банковой. Насколько я могу судить, и по Банковой, и по Гурмоу, и по ЗСУ попытки ударов-то были. Где долетел, где не долетел, где ПВО остановило, понимаете? Я думаю, что, скорее всего, они теперь будут говорить по центру принятия решения, вот будем осуществлять удары. Скорее всего, так. Ну, Медведєв взагалі сказав, що тепер треба там під'їзди підривати українських терористів. Ну, то есть, типа, он собирается, он даже заявил, что родственников, что ли, не собираются там или чего-то. А я вот хочу задать вопрос, а он отдает себе отчет, что сделают с их родственниками, которые особенно за границей живут? Вообще, они с таким лучше пусть не играют, потому что родственников – вагон и маленькая тележка по всей Европе, понимаете? Дёты, жены, любовницы, там столько их вот навоза этого. Так что в это лучше им даже не играть, что они там угрожают кому-то лично, там родственникам и так далее, сразу голову поотлетают. Поэтому я думаю, что, ну, Медведев, понятно, он, хотя он, возможно, выражает какое-то мнение, но с другой стороны, ну хорошо, убьют они кого-то, а они что думают, это остановит, что ли, операцию? Они так и не поняли ничего, ну тоже смешно. То есть как будто бы после всех этих угроз или даже реализации части из них вдруг почему-то Украина откажется от деоккупации, от ударов по Крымскому мосту или по Крыму, ну это что же смешно. Ну, то есть мы вот им рассказываем, говорим, они нас не слушают. Вот они бы меня хоть раз послушали. И стало бы понятно, что это абсолютно пустая затея. Вот и все. Друзі, я поки звернусь до вас. Якщо вам цікава наша розмова, поставте, будь ласка, лайк під цим відео. Підпишіться обов'язково на наш канал, на канал Марка Фейгіна, який в описі до цього відео. В коментарях попрошу вас бути активними, діліться там, власне, своїми враженнями, так само свої запитання можете озвучувати. Ну, а крім того, обов'язково і посилання на цей ефір поділіться зі своїми друзями і знайомими, так ви нам дуже допоможете поширювати нашу роботу на просторах Ютуба. Удар по Кримському мосту Кремль ще й використав як привід для того, аби заявити про закінчення зернової угоди. Сьогодні фактично її останній день, і в Росії заявили, що якраз через удар по Кримському мосту вони припиняють, оскільки нібито не зберігаються домовленості, які були досягнуті. На ваш погляд, чи реально вони зараз вийдуть з цієї зернової угоди? Тому що ми розуміємо, який фактор тут ще відіграє і Туреччина, і, власне, Ердоган сьогодні заявив про те, що буде телефоном спілкуватися із російським диктатором для того, аби обговорити ось цю ситуацію довкола зернової ініціативи. То як ви думаєте, який тут розвиток буде? Ну, конечно, безусловно, они среагировали на удар по мосту сегодня. Я-то убежден, что они бы договорились. То есть они выжимали, просто шантажировали еще больше. Им же сказали, что ваши требования относительно снятия части санкций Россельхоза по Свифту не удовлетворены. А я вот прочитал новость, знаете какую? Что они говорят, а нам надо снять санкции, мы требовали на поставку запчастей в Россию. Вы слышали такое? Угу. Сейчас я новое услышал. Каких запчастей? А как запчасти связаны с зерновой сделкой? Вот для меня это нечто новое. По сельхознаправлению, помягчению вот это, СВИФ, там какие-то отдельные санкции, там с аммиакопроводом мы слышали. А при чем тут поставка запчастей? Снять санкции требует, и это, оказывается, было таким требованием. А кто это им давал такую гарантию в связи с зерновой сделкой? Тоже очень интересно. Не, ну надо изучать этот вопрос. То есть, а что они, собственно, требуют? Просто интересно узнать. И что там лоббирует Гутиерреш? Ну, я уж не знаю, Эрдоган что делает. То есть это каждый раз какие-то новые вводные. Понимаете, дойдет до того, что дать возможность там забрать Шахерезаду, эту яхту, значит, Путина. Все сводится к денежкам и к удовольствиям. Либо, ну потому что это тоже часть бизнеса, получение запчастей и так далее, но мы же не понимаем, для каких комплектующих, для каких, значит, изделий технических они требуют снять санкции, чтобы получать вот эти запчасти.
А вот, хороший вопрос. То есть, на самом деле, по-видимому, вокруг этой сделки нанизывается масса всяких таких требований Москвы, которые она требует удовлетворить. А, извините, здесь есть разумные пределы. Ну так они завтра скажут, подарите нам, признайте Крым российским, и мы тогда продолжим зерновую угоду. Но тогда я не очень понимаю, тогда, а зачем тогда вообще все? Зачем эти зерновые сделки? Зачем эти уступки? Но в конце концов, куда в большей степени в этом зерне нуждаются страны, которые получали это зерно, и страны Африки, и ряд других. И, в общем, в них заинтересованы западные страны, чтобы им оказать эту помощь, хотя, я думаю, они справились бы и без этих поставок. Они важны, но наверное, есть какая-то альтернатива. Но в любом случае для Украины это тоже важный фактор. Но у нее-то есть возможность сухопутно там отправить там, через Констанцию, из Констанции идут корабли, например. Там ряд других альтернативных маршрутов есть, плюс я вполне допускаю, что поскольку сделка была заключена с Турцией и с ООН, Россией, понимаете, а у Украины и партнеры тоже Турция и ООН, и они точно так же в своей сделке продолжат ее. И Украина будет под прикрытием турецких кораблей проходить бассейн Черного моря. Как я себе это понимаю, как может развиваться ситуация, если договоренности не состоится? Ну, але з іншого боку, росіяни можуть обстрілювати порти, і це так само унеможливить продовження зернової угоди. А от інтересно, це кораблі турецькі, воєнні, які будуть супроводжувати ці... Ну, це так. Я сумніваюся. А що стосується портів, ну, це хороший вопрос. Якщо вони почнуть обстрілювати Одеський порт, ряд других, і пострадають іменно оборудование, зернохранилище, там, я не знаю, погрузочные какие-то, техника, сами корабли, суда, вот эти танкеры. Хотя они, кстати, не украинские, они по большей части иностранные и зафрахтованы иностранными компаниями, и в том числе закредитованы. Сегодня вот заявили, что якобы, извините, застрахованы. Что страховать их не будут. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я не исключаю, что они могут бить по портам. Я не исключаю. Я вполне такое допускаю. Но будет какой-то же и ответ. Если они, так сказать, торпедируют все на свете, значит, и сделку зерновую, еще и эскалируют конфликт, ну, прекрасно, значит, будут какие-то ответные действия. В том числе, кстати, Запад их может предпринять. Посмотрим. Но в любом случае сейчас Москва гораздо более зависимее. Понимаете, тут сложилось два подряд, и все в одном и том же месте. Сначала отпустили азовцев, и им сказали, что все, вы свободны, мы как бы типа с вами ни о чем не договаривались. Так Эрдоган сказал, вы с Киевом договаривались их не отпускать, а со мной вы не договаривались. И тут еще вдогонку еще и мост расхерачили. То есть, как бы, в общем, конечно, Путин находится в очень плохом положении. То есть он слабый, и по нему можно бить. Вот так это выглядит. Так на самом деле тут еще можно спорить, а дискуссия. Выглядит это, что это результат слабости Путина в результате и мятежа, который 24 июня имел место, и, в общем, такой позиционной стадии войны, при которой очевидных успехов уж у Москвы точно нет. Там можно спорить о Киеве, но у Москвы-то их нет. Пока вот они клянутся, что они там где-то наступают под Сватово, направление Сватово-Кременная, но это, опять же, это сегодня наступает, завтра развернутся, отступают. То есть никаких продвижений значимых там нет. Поэтому похвастаться нечем. А тут тебе еще и вот так тебе с тобой поступают. Да? Взрывают мост и так далее. То есть это, конечно, реактивно они действуют. Мой прогноз заключается в том, что они все равно договорятся по зерну. Да, им больше предложат, им больше дадут, чтобы задобрить. Я согласен, какие-то санкции подснимут, да. Но, скорее всего, Эрдоган его уговорит. Вот мой прогноз.